Всем привет! Сегодня рассмотрим детское велокресло от итальянской компании Bellelli. Это модель Mr. Fox. Данная модель устанавливается на подседельную трубу велосипеда с помощью специального крепления B-Fix. В комплекте к велокреслу идет подробная инструкция по его установке на велосипед. Однако, несмотря на это, многие велосипедисты устанавливают его неправильно. Некоторые умудряются прикрепить велокресло на подседельный штырь. Это чревато не только опрокидыванием велосипеда, но и самой безопасностью ребенка. Устанавливать нужно такие модели на подседельную трубу. Особое внимание нужно обратить на метку на велокресле, которая обозначает центр. В инструкции четко указано, что расстояние от метки до края покрышки не должно превышать 10 сантиметров. Поэтому такие модели должны устанавливаться как можно ближе к краю покрышки. Чем выше велокресло будет от края колеса, тем больше вероятность опрокидывания велосипеда вместе с ребенком назад. Также еще есть один нюанс при установке данных велокресел. Он связан с тросом переключения, и поэтому при установке могут возникнуть проблемы с переключением передач передних. Размеры рам разные, виды велосипедов также разные, поэтому не все столкнутся с данной проблемой. Однако вероятность уже есть. На данном велосипеде рама имеет размер 19 дюймов и подводка троса к переднему переключателю тут верхняя, то есть трос заходит сверху. В креплении предусмотрены специальные канавки под трос, однако они не всегда пригодятся. Поэтому при установке крепления B-Fix приходится буквально миллиметровать, чтобы работала передняя перекидка и чтобы было расстояние в пределах рекомендуемых значений. Второй нюанс, на который бы я хотел обратить внимание, это защита верхних перьев рамы. При постоянной езде происходит трение между самим велокреслом и рамой, поэтому вам необходимо будет купить дополнительно защиту на перья, не обязательно дорогую, чтобы защитить лакокрасочное покрытие вашего велосипеда. Главной особенностью модели от итальянского производителя Bellelli является дизайн велокресел и их защищенность. Данная модель оснащена трехточечным ремнем безопасности, то есть первая точка, вторая и третья. Есть варианты пятиточного ремня, то есть в сидении есть еще два отверстия, которые более надежно фиксируют ребенка на велокресле. Однако трехточечных вполне хватает. Велокресло имеет специальные платформы для ног ребенка. Данная платформа регулируется в зависимости от длины ног. И чтобы во время езды предотвратить попадание ног ребенка в колесо, предусмотрены резиновые ремни, которые довольно просто фиксируются с задней стороны велокресла. Посадить ребенка довольно просто. Сажаете ребенка сверху, закрутите ремень. Закрепляете его простым защелкиванием. Далее фиксируете ноги ребенка. Как с одной стороны, так и с другой. После этого надеваете шлем
для поездок весной и осенью ребенку можно купить детский баф и таким образом закрывать лицо ребенка от холодного воздуха. Преимущество данных велокресел является тот факт, что ребенок практически висит в воздухе. При наезде на какие-то кочки по нашим хорошим дорогам ребенок не ощущает их. Данное велокресло рассчитано на вес ребенка до 22 кг. Сам вес велокресла где-то около 6 кг. Основной вес приходится на стальную раму. Она сравнительно тяжелая. Главное – это безопасность и комфорт ребенка при езде.